challenge time. И снова всем привет, дорогие зрители. Я тут решил еще постримить хлебушек. Вот, сегодня у меня в гостях Алексей Кузьмин. Также известный как Лекс. В общем-то, нигде не известный, но не суть. И он просто будет смотреть супер-пупер трансляции благодаря нашему любимому скайпу, который обычно тормозит, но сейчас он, как ни странно, работает лучше, чем... Steam Broadcasting, который не работает вообще никак. Да. Так вот, как видите, я тут уже немножко попроходил, но так как вы не видели, как я это мучился, мы, пожалуй, начнем со вторника, да. Кстати, тебе нужно мне рассказать немного об игре, потому что я вот вообще не в курсе. То, что какие-то миссии есть. Ну да, ну везде главная миссия — это поджариться, сделать из себя тост. Вот, насколько я понял еще из того, как я играл один, ну чтобы лучше разобраться, что к чему. Если еще измазаться в джеме, вот допустим вот в этом вот, сейчас... Вот, то он будет считаться более вкусным, delicious. Вот, но при условии, что тогда очень сложно будет по стенам, ну так вот, передвигаться, потому что он слишком мягким станет. Поэтому думаю, ну нафиг. А я хочу тебе озадачить, друг мой дорогой. У тебя зависло деление экрана. Я-то думаю, а что ты не играешь? Да? Трындишь, да трындишь. Не надо еще раз шутить. Итак, у нас что-то вылетела игра, после того, как я рестартанул день, после того, как я свалился, поэтому я не знаю, с какого момента будет игра. Поэтому все шутки мы будем повторять заново. Там негр сгорал на пляже, колобок повесился. Вот, в общем, вы ничего не упустили, дорогие зрители. Да. Не, мы там что-то про хлебцы шутили. А, ладно, немножко испачкался, но... Ладно, пойдет. Дети в Африке... И это сидят. Ну, учитывая Ebola особенно. Да, мы не в Африке, поэтому. Ну, откуда ты знаешь, может, это какой-нибудь коттедж президента, я примерно так его вижу. Нет, из Африки нас не, меня не смотрят. Это я могу тебе 100% сказать. Я проверял. Смотрел аналитикс, да? Да. Это было бы странно, да. Я бы тоже удивился. Слушай, а вопрос, а куда ты лезешь? Я лезу вот сюда, в общем, как бы мне лучше спуститься проще вниз, потом вот на комод, потом на дверной косяк. Ну, косяк — это всегда хорошо. Вот. И дальше по стене и к нему. Это просто уже отработанный путь. Звучит как план. Да. Кстати, эдибилити или как? Эдибилити ведь? Ну да. Звучит как русское слово, переделанное на английский транскрипт. Или я совсем тупой? Ну, видимо, второе. Поедательность, да? Ну да, ну как тут... Ты смотри, как я хорошо. Смотри, как хорошо, мне все зависло. У тебя опять зависло? Да. Да что ж ты будешь делать? О, хлеб упал. А, все, отвисло? Ну да, наверное. Да. Я тут пока буду ползти вдоль стены. Кстати, заходит такой человек в комнату, а тут хлеб. Ползет, да. И вот что бы ты сделал? Я вот даже не знаю, я бы не останавливал бы это. Ну, интересно, типа. Ну, я бы, наверное, бы замолчал бы и побежал бы за камерой. Точнее, даже не побежал, а тихо пошел, пока он, если меня не заметил. Представляешь, как это самое? Вот. Не надо будиться с фотомонтажом. Видеомонтажом, потому что тут как бы все готово. Да уж. Можно и на iPhone 4 снять, который снимает в разрешении 0:0, все равно будет эксклюзив. Ну, если был бы iPhone. У кого-то его нету, и как бы он не сильно по этому поводу парится. У меня тоже нет, так что ладно. А поэтому ты шутишь. Поэтому ты шутишь про того, как он 0:0, да, снимает. Да. И поэтому у меня нет iPhone, я тебе открою секрет. Ребят, знаете что? Знаете что? У меня есть эксклюзивная возможность, поскольку у меня опять зависло изображение, я могу почитать вам, какие вкладки у Александра на компьютере. Вот. Вкладки. Секреты, знаешь, типа секреты страговской жизни. Да. А если что, я могу всегда запинкивать. 3. Новая папка 3. Нет, ты не зря ты сказал про новую папку 3. В следующий стрим ты не в этот летсплей ты не попадешь. Куда делся Алексей? Он в новой папке 3.
все, у тебя больше ничего интересного на компьютере нет. Кроме новой папки 3, ну да, это вообще самая главная тайна всей моей жизни. Просто приставил пистолет мне в голове. Да. Удаленно. Хлеб. Это страшнее. Потому что я хочу есть. Буду есть хлеб и молоко. Я опять в последнюю секунду успел. Так. То есть, я так понимаю, способность хлеба перемещаться и ползти по стенкам, она типа не постоянно, да? Ну да, вот видишь, это гриб. Гриб. Да, когда она падает, то все, он отлепляется автоматически. Вот. И поэтому... Я не совсем помню расположение этих кнопок, но выглядит так, как будто это дико неудобно. Ну, это не только не то, чтобы неудобно, скорее путаешься в клавишах. Немножко пошумим креслом. Найс. О, все, смотри-ка, я на косяк забрался. Как бы это... Ну, кстати, игра выглядит вполне себе реалистично, должен признаться, с этого ракурса, как минимум. Очень реалистично, да. Особенно если бы все стены были бы однотекстурны. Ну, тут я не знаю, как это правильно назвать. Как это... оформление, не знаю, стены. Материал. Я тебе не отвечу, да. Я не удовлетворю твое любопытство. Сколько на часах времени, а? Не время позавтракать. О! Кстати, 10, ну где-то 10 сейчас по местному времени. Причем стрелка часовая идет назад. Она, по-моему, никак не идет, она вообще стоит на месте. Не, ну имеется в виду, что типа там уже 5 минут натикало или даже 10, да? А она типа не продвинулась после часа. Короче, какие-то ванутые часы наркоманские. Ну, какие есть, какие... Ты видел, что я сделал? Это просто нечто. Не, погоди. Хлеб, но паук. По стене он летает. Хлеб-паук. Тан-таран-таран, хлеб-паук. Тогда вот так вот надо. Хлеб-паук. Мы с тобой не умеем петь, так что заткнемся. Чтобы у людей не текла кровь из ушей. Ничего страшного, потерпят. Теперь надо включить. Ага, хрен, я так включу. Включайся же ты, говно. О, включился. Какой он? Теперь это надо как-то аккуратно еще слезть, умудриться. Вообще, если немного по-серьезному поговорить, то я люблю такие игры, которые, ну, как бы, ломают тебе шаблон, что ли, короче. Это как Surgeon Simulator, так, да, когда запускаешься, так это думаешь... Эти же самые авторы и сделали. Да. Да? А. Ну, вот они молодцы, в общем, потому что шаблон ломается дико. Когда Surgeon Simulator первый раз запускаешь, думаешь, там серьезный симулятор медицинский. Ну, конечно. И тут, типа, транспортируете сердце. А, и тут тоже заходишь и даже не понимаешь, сочувствовать этому хлебу или все равно. Я не понимаю, что мне испытывать при просмотре этого видео. Так. Давай, сдвигайся, хлебушек. Почему там золотые слитки внутри? Ну, на чем работает? Черт, я уже с одной стороны почти поджарился. Ты точно дома африканского президента. Да, у Обамки. Еще одна хреновая шутка. Давай, ты можешь. А ты не будешь пережарить? Могу. А, вот, процентики я вижу. А, теперь еще бы надо... Это было настолько увлекательно, что я даже заткнулся. Все. Это было сложно. Сможешь, да. Теперь... Нет. Вот так вот. Нет. Вот так вот перевернемся. Теперь вот так перевернемся. А теперь... Ты пережаришься? Я знаю. Ты сгоришь. Я уже пережарился. Видишь, у меня... Ты сгоришь. Дитейбл уже. И бибилити как вот там снизилось. Скажи, в симулятор также были... такое же клевое управление. Ага. Да. О, все. Отлично. Вот так вот и стоим. Теперь я найду нужные клавиши. Все зависло. О, нет. Тебе опять зависло. Я пропустил какое-то. Я, видимо, пропускаю сейчас, как там просто случается третье прошествие. Неважно, что не было ни первого, ни второго. Давай. Жарься. А представляешь, приходишь, и у тебя тут хлеб такой жарится. Ну, это было бы странно.
Знаешь, типа технологии будущего. Хлеб сам находит, сам жарится, типа. Ну, как какого-нибудь назад в будущее, помнишь, там, типа, звенит звонок, и там уже тостер готов. Смотри-ка, мы выполнили миссию. Правда, немножко пережарились в одном месте. И на F тоже. Ну, извините. У меня все на F. У меня, кстати, есть еще одна хреновая шутка. Смотри, смотри. Типа, заходит человек в комнату, что ты делаешь с ракой? Я жарю хлеб. Да, ты это сдал звук. Я думаю, что ты понял, что я хотел сказать, но я отвратительно. Я понял. Поэтому я говорю, тут барабанных этих не хватает. Может, знаешь, по-другому немножко, типа, я жарю хлеб. Да. Нет, еще хуже. Тут, кстати, очень странно, что ты видишь, этот, фотография падающего кота, это еще одна есть такая же. Ее можно уронить. Нет, я не вижу. Чувствуешь иронию, да? Нет. Ну и ладно. Значит, ее нету. Так, теперь нам нужно вот... У тебя же там видео есть, или ты опять пропускаешь половину? Пропускаю. Обижаешь? Да. Вот. А нам нужно пробраться вон к тому... К той лампе. Когда я сказал «да», я имел в виду, что я ничего не вижу. Тебе совсем? Мне перезапустить? Расшаривание экрана. Ну, я вижу Therapy Barrels, ну, короче, Paid вижу. Чего? Ну, бумажку ту, которую тебе показали после миссии, короче, вижу. А вот все, вот хлеб, я вижу кровать. Все, давай, показывай, куда, где тостер срочно. Вот, там не тостер, там где вот увидишь лампу, там у нас утюжок для вытягивания волос. Вот, и нам туда и надо. У меня вопрос. Что значит утюжок для вытягивания волос? А как тебе объяснить, что это такое? Не, хорошо, я даже переформулирую. Откуда ты знаешь, что такое утюжок для вытягивания волос? А это что-то такое особенное, чтобы этого не знать? Ну, вроде того. Потому что я знаю только один утюг для одежды, например. Ну, а то, что раньше были беспроводные утюги, ты знаешь? А сейчас они проводные. Так, сейчас, все, сейчас тоже есть проводные, ну, это беспроводные, но я не знаю, как они работают. Мой мозг взорван, ну, хорошо, ну, наверное, давай, так надо же. Поползи к своему утюгу. Вот камера тут просто отвратительная, я понимаю, что это еще... А вот куда ты засунешь ее, вопрос? В кого? От первого лица? Ну, вот. Тут просто неудобно, я не знаю, можно было как-нибудь... Ну, ты сейчас что-то требуешь, вот как ты тут, вот как бы ты тут поставил, ну, камеру для того, тут, чтобы игроку было. Ладно, тут еще ладно, я промолчу, тут еще более-менее. Но бывает так, что вот когда я заберу сейчас на окно, я смогу показать, что там вообще все. Очень печально, если заберусь. Вот, блин, окно черти где. Надо назад немножко уйти. Кстати, давай немного серьезной аналитики. Например. Скажи мне, пожалуйста, как тебе музыка в игре? Ну, веселые, очень подходит, да. Почему-то Sims вспоминается. У меня вся такая музыка ассоциируется с Sims'ами. Ну, видимо, потому что там тоже было такое из ряда. Мы тут не серьезно, ребят. Да, мы тут страдаем херней. О, смотри-ка. Не зря я играл еще 2 часа после записи, чтобы более-менее научиться. Ты бутылку пива уронил. Ничего страшного. Да, тебя должны оштрафовать за это. Это, между прочим, было пиво хозяина, я как любитель пивка. Ничего страшного. Не ценю вот, твой поступок. Вот, видишь, вот так вот, раз, и все. Хрен ты чего посмотришь. То есть, например, хочется посмотреть, куда идти дальше, а не получится. Кстати, да, тут можно поиграть в Джангу. Классно, да? А, в Джангу это вот эти вот... Ну, это башня из этих, из кубиков, из блоков. Сейчас я попробую вытащить аккуратно. Не знал, что он называется Джанго. У меня это Джанго. Он ассоциируется только с песней и с фильмом. Вытаскивайся. Это само по себе смешно выглядит, как кусок хлеба пытается из Джанги вытащить. Так, я из этого ухватился, значит, отсюда надо вытаскивать. Тихо. Вот так в реальности Джанго. Я смешал слово Джанго и Алекс Страга. Да, я думал, так в реальности Страга и играет. Бинкс. Да, примерно так, хлебом. Ну смотри, вытащил. Я молодец. Кстати, думал взять Джангу тоже с друзьями своими поиграть, а потом посмотрел цену, по которой она продается,
999 рублей. Я сказал, я вот сейчас вот любого алкоголика найду, который в слесарном деле хоть чуть-чуть шарит, и он мне это самое за бутылку сделает. 54 блока. Эх! Ну ладно. Жизнь моя хлебушка. Не, вообще, что я хотел сказать? Я хотел сказать про то, что вот я смотрю, во что ты играешь, чем ты занимаешься, и, Саша, мне страшно с тобой встречаться в реальной жизни. Сядем мы с тобой играть такие в джангу, ты такой, ну давай, хорошо, достаешь хлеб. Да, ты что думал? Начинаешь тыкать по джангу. Такой, типа, давай, я сейчас вытащу. О, да, фристайля. Сейчас я, давай, ты пока покомментируй, я еще шутку придумаю какую-нибудь. Да, ты еще не видел, как я в покер играю. Да, прихожу я к Страке домой, да, сажусь у нее там поесть. А он берет, переворачивает меня вверх ногами, подвешивает к потолку, дает мне вилку в рот и говорит, ешь так, это испытание. Отличная идея! Отстанет. Заметьте, не я это предложил. Нет, я понимаю, что у меня канал испытаний, но не до такой же степени, чтобы и в жизни такой херней страдать. Ну, я хотел сказать, бог тебе свидетель. Что ж такое? А, тогда это самое, тогда не просто подвесить к потолку, а это самое еще кидаться в тебя ножами и говорить, давай, попробуй отобедать без повреждений, да? И за максимальное время там, знаешь... Все, я уронил этот долбанный цветок, или что это там, пророченная пшеница. Чё ж это ещё может быть? Да, кстати, я только что осознал, что я в течение минуты смотрел, как Алекс с помощью хлеба пытался сбить цветок. Но он мне мешался, я не мог ничего поделать. Теперь я в жизни видел все. Нет, тут еще. Ты еще не видел, как мы будем жариться. Ну, мы в смысле хлеб. Да, это хорошее уточнение, друг мой. Ну, ты же извращенец у нас такой, что приходится. Это я перенял от кое-кого. Ну, конечно. Просто я знаю, некоторые умеют... Есть такие люди, которые так классно уточняют. Я тебе рассказал, как у меня знакомая девушка... Значит, дождь идет за окном, да, она идет после института, она там по соседству просто живет, мы дружим. Вот, она идет, звонит мне, и мы так общаемся, она говорит, а я иду, и у меня, в общем, штаны наполовину мокрые, снизу. И тут я начал ржать. Ты знаешь, вот, ах, ты ж ёб твою за ногу. То есть, пока она не уточнила, все было нормально. А когда уточнила, что снизу, то значит могло быть и сверху. Ах, черт. Мне вот интересно, по какому принципу, вот, как бы, объясните это по-нормальному. Хлеб передвигается? То есть ты падаешь, нет, ты... Теперь ты об этом задумался, да? Это знаешь, как меня недавно напряг один мой друг, подумал о том, как у тебя язык, что он делает в то время, когда ты его не используешь. Ты же его чувствуешь, вот он стоит. У тебя во рту. Стоит? У меня он бежит, а не знаю. Стояк языка. Ладно, я не про это хотел сказать. Я хотел сказать про то, что когда хлеб падает, и ты как бы ничего не делаешь, да, у тебя все равно быстро отнимается здоровье. По какому принципу? То есть, типа... Чем больше ты площадью находишься на земле, тем быстрее он. Ну вот он упал. Он как бы, ну, типа, загрязнился, но все, он уже получил какую-то дозу грязи, и... Потом уже все зависит от того, ну, типа, если он будет долго лежать, то, естественно, там всякие микробы на него набегут, эти все дела. Набегут, да. Ну, микробы же, они, типа, медленные, дофига. Да, и поэтому они такие, ребята, хлеб, земля обетованная, быстро все туда, да? Ты так себе это представляешь? Ну, можно и так сказать. Почему на стене было написано «Нимбт» стилем игромании? Не знаю. Нереально буквы, как в игромании, но не суть. Ну, не знаю. Напиши игромании, пусть они с них денег возьмут. Так, ну, еще можно написать создателю стены. Ну, вот стена, по которой ты ползешь, ее же кто-нибудь создал. Раньше-то люди в пещерах жили. Ну да, конечно. Наверняка есть патент на стену. Стена голая, желтая. Ну, какая-то зеленая, скорее, не знаю, как у тебя отображается. О, как мы пролезли. Это было странно. Кстати, давай вот этот котенка, он когда падает, он очень символично выглядит. Смотри, когда у меня все лагает, это очень символично получается. Нет. Ну и что это? Давай падай. Нет, котик.
Знаете, я как будто смотрю немое кино. Нет, я смотрю говорливое кино без видеоряда. Вот представь, как я стримы смотрю, да? Как там стримил. Примерно то же самое. Типа, да, очень интересно. Да, очень захватывает. Ты ведь еще в здании? Я там уже взлетел в космос. Да, кстати, тут видишь скейт, на котором можно тоже покататься, но я его когда пытался уронить, он у меня упал на лампу, уронил лампу, но сам криво, короче, упал. Так что мне пришлось. У меня еще котенок жив. А, у тебя еще котенок жив, ну это печаль. Кстати, ну да, окей, вот. Ты какую-то шутку сбил свои мысли. Как же зрители обойдутся без моего искрометного юмора? Ой, даже не знаю. Наверное, так же, как и всегда. Знаешь, зрители такие... Спасибо. О, я вижу доску. И лайк такой сразу влепили, да? Шутка потрачена, все. Это выглядит как гигантская пилочка для ногтей. Откуда ты знаешь, как пилочка для ногтей выглядит, а? Я только напильник знаю. Ну... Нет, чувак, ничего не сравнится с утюгом для волос. Все-таки напильник у это... У тебя ну, сестер, там. Видимо, нету. Да? Которая делает гофре. Не, у меня две сестры, но обе не со мной живут. Так что окей, ладно. А напильник, ну, типа, блин... Его даже парни используют. Ну, не я, не люблю, но все же. Напильник? Ну, не тот, о котором ты подумал, женский напильник. Напильник, фу. Пилку. Для ногтей, да. Слушай, я люблю голый хлеб. Давай на тарелку и закончим эти мучения. Нет, мы уже почти долезли. Тут чуть-чуть осталось. А. Я, кстати, думал, игра про то, чтобы себя бутерброд сделать. Ну, я ошибался. Возможно, если... Так как тут есть масло кое-где и этот самый джем, что, возможно, себя еще надо это сделать, тогда больше очков будет. Но это уж совсем изврат на самом-то деле. Пока что ты на двойку проходишь все. Ну, я хоть как-то прохожу в том-то и дело. Тут хотя бы на двойку, блин, пройдешь уже хорошо. Еее! Вот и утюжок. Теперь я смогу... Теперь ты можешь посмотреть, как он выглядит, если ты... у тебя прогрузилось. А-а-а, я без понятия, что это, но я примерно понимаю, как это работает, окей. Да, и как? Ну, типа вот меж этих штук можно согреться. Согреться, да. Если вы хлеб. Ты знаешь, я думаю, если ты рука, ты тоже хорошо согреешься. Короче, знаешь что, поставь в начале видео предупреждение, типа, видео не рекомендуется к просмотру людям, но рекомендуется к просмотру хлеба. Ну, я думаю... На канале, не знаю, на YouTube-канале для хлеба это бы забанили за порнографию. Уж не знаю, в чем тут порнография, ну, по-моему, это порнография редкостная. Чувак, ну он же в кожуре. В плохом смысле. Не, поймаешь, он же... Сейчас... Ну, я не знаю, как это называется, вот эта херь, извиняюсь, по бокам, но... Корочка. Он же в ник. Корочка, да. Все, ребят, вы еще можете узнать. Не только что я хреном шучу, но еще тупой, как пиз. Или как хлеб. Нет, хлеб свежий, поэтому он не тупой. Кстати, что-то про хлеб хотел пошутить. Да что ж ты мои шутки сбиваешь? Ну, ты записывай там, не знаю. Шутки, шутки. Хлеб, хлеб. О чем журнал уж, скажем? Home Renders Works. Типа, сделай сам свой дом. Да, вот, видимо, он и делает, потому что стены вот везде грязные. А вот теперь как мне пробраться обратно вот в эту хлебов между этими, я не знаю, потому что мне в прошлый раз чудом каким-то получилось. Хлеб же не ищет легких пути у нас. Я вообще не знаю, как тебе помочь. Я вообще вижу впервые раз в жизни. Посочувствовать разве только. Блин, а вот так вот не так вот не получится. Где тут это? О! О! Вот так вот, может быть, получится. Стой! Меня аж так заинтересовало, что я даже пошумлю специально для этого. На самом деле, смотри, еще 999 раз, так и мы прожаримся. Класс, да? Я не вижу, но я примерно представляю. Ах, ты ж ежик. Что это, ты решил этого, как его,
Кураж... Серьезно? Мандраж еврей. Вот что такое? Кураж бомби. Мандраж еврей? Денис Колесников на тебя будет очень не рад. Это не моя шутка, но ладно. Первая смешная шутка, это не моя. И то не смешная, да. Черт, вот я уронил теперь этот утюжок, и стало хуже. Какие-то, не знаю, странные вещи выполняются. Пируэты. Так. Знаешь, есть специальные такие сайты, ну или форумы, я уж не знаю, специализированные под смешные картинки, придумывание подписей. Ну, типа какая-нибудь картиночка, и придумайте оригинальные типа подписи. Типа Кота Матрикса там, да? Угу, я вот... Уже готов? Смотрю на это, да? Тут... Это похоже на флешку гигантскую розовую. Да, российская нанофлешка. Почему российская? А, ну, да, я понял. Большая, потому что, да? К этому конечно, страги. Наши микросхемы самые большие схемы в мире, как. Размер имеет значение. Да, особенно в микро этих. Вот не хватает сил хлеба, понимаешь? Он мало каши ел в детстве. Мало манки добавили в хлеб при замешивании теста, потому что манка вообще там не нужна. Мне вспоминается история, как однажды я решил, что... Ну, знаешь, такие тостеры, которые ставят не у тебя дома, где хорошо бы иметь хороший тостер, а ставят, например, ну, в каком-нибудь заграничном отеле. Из ряда ты ставишь хлеб, он там едет, и потом, ну, доезжает до какой-то точки, и тебе обратно выпадает, вот так скажем. Понимаешь, да? Не совсем. Какой-то конвейер. Ну да, там так и есть, типа, конвейер, ты ставишь на него хлеб, он уезжает внутрь машины, и в какой-то момент выпадает тебе снизу. Типа, в какой-то момент этот конвейер, он просто, ну, закругляется, и он тоже наполовину прожаренный, да? Ну, кстати, почти что да. Ну, ты представил, да, себе это? Я помню, как однажды я решил, что будет очень хорошая идея засунуть туда хлеб с положенным на нее сверху сыром. Mm-hmm. Прошло минуты три, хлеб так и не вылез. Через 5 минут устроил пожар. Класс. Причем сейчас серьезно, я реально поджег тостер. Это как бы было смешно, но, знаешь, ко мне подходит друг, говорит, типа, слушай, там тостер горит. И я такой заливаюсь краской, короче. И такой, ха-ха, кто ж там такой неудачник? Это и я. Такой, главное не палиться, главное не палиться. Кстати, смотри, у меня получилось. Так надо до конца пролезть, а то мы опять не до конца прожаримся. Что-то мы уж обгорели с одной стороны совсем, но нам это считывает, что мы хорошо прожарили, считай. Но у тебя пауза, тебе нужно перевернуться, да? Как-то вот так. Знаешь, я тебе скажу, я бы тебя не съел, короче. Спасибо, буду считать это за комплимент. Наверное. Так. Саша жарит хлеб. Да. Еще одна шутка. Я прихожу к Алексу домой, типа, Алекс, сделай мне, пожалуйста, тост. У меня есть тостер. Алекс такой отрезает кусочек хлеба, такой, ну, давай. Ну, смотри, как вкусненько, давай. Смотри, как выглядит классно, да, вот вообще вкуснятина. То есть у тебя 1/4 часть, короче, вообще не прожарена? Нет, да. А все там более-менее еще прожарено, так процентов на 20. Потом там прожарено дальше на где-то, ну, на 100... 120. И на все 200%. Или 146, вот как любят. Через час ко мне приходит Страга с вот этим куском говна. Ну... Говорит, вот ты просил тост. Да, всего-то через 18:35. Я такой, Страга, что это? У тебя что, тостера нет? Тостер есть. Хлеб просто у него залезть не мог. А, его отрезать надо было. Я просто, почему у тебя... Ну, вот у тебя бодикам включен, да, я его вижу. Там написано «Видео двоеточие лакс». Типа лаги. Это ты как бы что, предвидишь, что будет все плохо? Или что это значит? А лакс — это этот самый кодек. Лагариз.
Вот он, видимо, так сокращается. Так, а вот этот я уже не прошел. Это такой изврат был на самом деле. Нам нужно, ну, как я понял. Вот видишь, опять ни хрена не могу прицелиться. Вот к тому этому дойти. Фену. Потом покажешь, когда мне все отвезти. В общем, если увидишь, там фен будет. Вот вопрос только, как к нему пробраться, я пока не знаю. При условии, что тут куча стен, по которым особо нельзя передвигаться, потому что они грязные. Это уже челлендж. О! Пока у меня подвисает изображение, я вспомню еще одну самую ироничную шутку. Я не думаю, что видео Лакс это имелось в виду. Какая-то шутка, но я вспомню шутку из Неверхуда. Если кто играл, такой старый-старый квест. Там главного злодея звали Windows. И он очень часто шутил по поводу того, что он любит зависать. Ну, типа, знаешь, зависать, как, типа, отрываться, но, типа, зависать одновременно как и нет. Вот, а возможно, это был больный перевод, я хрен знает. Ну, да, у нас были отличные студии тогда, типа Фаргуса, который... Не, ну, вообще там, по-моему, был очень хороший перевод, но, возможно, это была какая-то шутка самих Фаргусов, а не оригинал, так что я уж не знаю, ребят. Потому что я был маленьким, и поэтому я уж точно играл в... Ну, я был школьником тогда, так что я играл... Что значит был тогда? Fuck off. Если у меня чешется вена, это означает, что я наркоман? Ну, пока там не появится шприц, наверное, нет. Слушай, у меня реально дырка, короче, в вене. Ну, это то, что меня недавно кололи. Ну, и не тем, что вы подумали. Хотя я был бы не против. О, картинка вернулась. А чем? Что-то ты меня смутил. Левитирующий хлеб. Аллилуйя, левитирующий хлеб. Не успеешь, не успеешь. Ты недооцениваешь мою мощь. Почувствуй силу хлеба. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Тебе книжки надо? А, вон да. Мне это самое, я переходи на черную сторону бородинского хлеба. Нет, я не придумаю дополнение. Без DLC обойдемся к твоей шутке. Скажи мне, пожалуйста, а почему тебе не на печку прыгнуть? На какую печку? Почему фен? Ну там рядом еще печь стоит. А, обогреватель? Ну, вот, спину. Ну, думаю, это вряд ли на него. Теперь... А ты сможешь сейчас как Спайдермен спикировать, короче, на эту печь? Да я боюсь, что я свалюсь и потом хрен поднимусь. Хотя вот смотри, там есть этот самый, как он называется, плинтус. Мне, скорее всего, на плинтус надо. К тому же, здесь моя поддержка. Фух. Хотя мы вообще стали несъедобны, там почему-то хозяева не моют стены. Уж не знаю почему. Ну, вопрос к тебе, ты часто моешь стены? Нет. Ну, я так... и хлеб не держу в ванной. И он у тебя не ходит по ванной. Да, это хорошие наркотики были, видимо. А, это же генномодифицированный хлеб. Все, я все понял. Хлеб Америка. Да. Ну, типа, Капитан Америка. Хлеба... Отстаньте, сами шутите свои шутки. Да, он... Он меня вообще заставил сюда прийти, конечно. Короче. Ну, возьмите меня. Кто там был, а? Ну, возьмите. Он угрожал моей семье. И моему хлебу. Да. Хлеб мой... Твой хлеб у меня в заложниках. Сними со мной вот свой, я не начну, я съем его. И просто лёг. Я устал. Знаешь, хлеб такой реально полчаса шел до тостера. А может быть... так, хозяин пришел уже такой зачарованный, смотрит. Хлеб такой подошел к тостеру. Хозяин, ну, хлеб такой. Знаешь что, иди нафиг. Я устал. Я устал, я ухожу, да. Так, только это не помогло. Может быть, значит, все-таки... Сильно, конечно, обогревательно, это было бы странно. Просто... Только не говоришь, что еще нужно было включить, он там рубильничек какой-нибудь. Обогреватель, во всяком случае, не подключен. Может, он какой-то, не знаю, вайфайный? Ну, звучит как клёво. Да. У меня, кстати, вопрос. А почему у тебя значок ярлык Alien Isolation выглядит как...
Ну, короче, не как у всех нормальных людей. Я не знаю, когда такой был. Ничего не знаю. Компьютер Алекса Страйк. Мне больше интересно, почему мне половина игр перелетела наверх. Ну, мы хорошо это обсуждаем. При условии, что никто не видит этого, да? Всех моих ярлыков. Да, я тоже хотел это сказать. Смотри, оказывается, нужно было сзади греться. Я вот тоже немножко удивлен. Какой-то фен странный тут. Знаешь, есть какие-нибудь профессионалы этой игры, которые... Уже наверняка есть. Ой, мы опять обгорели. Ну и ладно. Ребят, приедете в гости к Алексу Страгу, не просите тостеры. С мертвой точки дело не сдвинется. А. Все. Теперь надо как-то перевернуться. Интересно, вот чем такая подставка, ты объясни мне, с мылом? Я вижу только смысл, чтобы туда, допустим, я не знаю, книжку ложить или ноутбук ставить, хотя утопить же можно. Ну, может, чувак есть хочет, не знаю, там мыло. Мыло есть хочет. Погоди, там мыло вот слева от мыла лежит, потому что я, у меня размытые текстурки, я вижу это не как мыло, я вижу это как... Да, что-то вкусненькое. Как знаешь что? Ну. Вот именно как вкусненькое. У тебя, кстати, вот ты уже несъедобный, нифига. Я знаю. На 0%, да. Придется детям в Африке что вести. Но главное сейчас вот до 100% дойти, ладно. Ну, и где мы? А, ну конечно, этот маленький кусочек опять не дожарили. Ах! Это было удивительно. Я тост. Есть. Ну, я тост, от чего добился ты? Такой. Я все жду, когда игра тебе напишет мне F оценку, типа... Ой, а что, я написал play again? Не-не-не-не-не-не-не-не, ну нафиг. Мы хотим следующий день посмотреть. Она же там пишет какие-то комментарии, да, к твоему прохождению? Не знаю, там какую-то лубуду много-много пишет, я ее не читаю. Я все думаю, когда она тебе напишет, типа... Ой, серьез? Coming soon. Все, coming soon и все, и идите его, в общем-то, нафиг. Ну что, может быть, для профилактики первую миссию пройдешь еще раз на пятерку? На пятерку не пройду, вообще не знаю, как возможно пройти на 5. Может быть, действительно. Хотя, не знаю, надо... ладно, не буду пытаться в масле купаться. Спайдер-хлеб, спайдер-хлеб. А представь играть в эту игру в Oculus Rift. Зачем? Такой, стена, пол, стена, стол, стена, пол, который не пол, а который, короче, мужик по имени Пол. Отстань, не так много слов на букву ОЛ, вернее, с окончанием ОЛ. А как же любой спирт? Этинол. Там мягкий... Оо, ух ты, ты как это делаешь? Тут скейт, я на скейте умею кататься, я же хлеб! Кстати, если Coming Soon, почему Coming Soon, если я видел в заставке, что он с этого съезжал, с лестницы? Я не знаю. Ну, кстати, смотри, я неплохо справляюсь. Может быть, себе делать бутербродом с рыбой и все. Вот опять Джанго. Я почти уверен, что... Тут грязь! Тут грязь, оказывается, была. Я почти уверен, что кто-нибудь уже сделал какую-нибудь нарезочку, знаешь, типа паркур, и хлеб такой, ту-ду-дун-ту-дун-ту-дун, выпадут музычку. Ты сейчас упадешь. Нет, тут... Я справлюсь. Лезь, ты справишься. Черт, он слишком высокий. Хлеб, ты смотришь. Держись, нет, друг. Что за звук ты? Я хотел изобразить падение. Знаешь, ты похож на меня этим в этом плане. У меня тоже есть часто желание озвучивать неозвучиваемые. Я вот недавно озвучивал «Помейте». Типа того? Который телевизионный, а который видеоряд. Ну, после... Ну, в принципе, я так озвучу, блин. После твоего изображения чужого я уже боюсь представлять. Ну, я только что показал. А это чужой был? Нет, это «Помейте». Как ты мог перепутать? А чужого я уже Слава не помню. Богу. Типа.
Это какой-то чужой, который читает блюз, там, не знаю, там. Читает блюз. Нет, то есть читать-то можно рэп, типа. Ну, блюз тоже не особо поют, по-моему, уж не знаю. Вот так я вижу блюз. Я был обычным яйцом. Но я нашел чувака. Это рок, чувак. Нет, там такого же плана есть музыка. В блюзе скорее какой-то тягучесть ноты, и всегда негры поют. Меня закидают чем-нибудь. Серьезно, фанаты блюза такие сидят, what the fuck? Что? Это наша любимая музыка, а он думает, что ее поют только негры? Что это? Все, ладно. Так, теперь мне надо как-то... Оскорбили чувства всех зрителей. Продолжай играть. Я тебя предупреждал, ты когда подписывался на договор, там была пометочка, две маленьких пометочки. Первое, что я время от времени матерюсь. Кстати, я, по-моему, ни разу не спустился, да? Смотри, какой я молодец. Давай это исправим. Писька, да? Не, я жду, как ты... И второй пункт, то, что я буду оскорблять всех. Тут, оказывается, можно было... О, ладно. Я, может, мог бы в микроволновку, не знаю. Я бы не совсем тостом стал, но сухариком отменным. Знаешь, что я тебе скажу? Я ей захотел. Ой, да печь. Пойду принесу себе. Ничего, потерпи, тут чуть-чуть осталось. Я вам уже до тостера добрался. Криворукого тостера, потому что он... вот. Упс. Ох, я мастерски научился тут делать. Летать. Ладно, пускай. Не, на самом деле, если ты хорошо посмотрел первую часть, ты понял, как это хреново получилось. А тут прям продвижение, да. Я мастер хлеба. Хлеб мастер. Можно написать это в своем резюме? Да, обязательно. Когда буду... Нет, типа, я там работаю... Я там профессиональный летсплейщик, а еще я мастер хлеба. Вы приняты. Вот как он умудрился поджариться, объясни мне. Просто прыгай по тостеру. Ну, знаешь, попробуй палец засунуть близко к тостеру. Я думаю, ты тоже прожаришься немножко. Так, так. О, вот так. Я прям слышу, как ты хочешь сказать. И так сойдет. Твой мозг это говорит. К сожалению, нет, но... Так, нет, она сейчас сдвинутся. Ёперный театр, вот... Это тот... Не, на самом деле завораживающее зрелище. Если это смотреть в прямом эфире, я тебе советую поэтому как-нибудь стрим сделать. Ах да, ты же не можешь. Я тебе позвораться захотелось. Опять барабанная установка, да, звук? Нет, это была не шутка. Это было завораться, это разные. Не путай. Не путай мне тут. Путанить? Я же самое гадкое так не прожарюсь, что все равно, если даже по чуть-чуть так буду делать, потому что на 5... Ах, ты ж ё-моё. Я же представляю, сейчас закончит, вспотеет весь, пойдет в душ, реально. Вот я сейчас промолчу. А то ты-то на такую шутку нарывался. Давай, давай хлебушек. А как вылезать будешь? Никак, я сейчас резко нажму. Вот так вот. Ух ты! Я на C справился. Удивительно. Вот видишь, что delicious. Delicious. Как бы это ни читалось. То есть... То есть, ну что, смотри, неплохо. В принципе, хотя бы на C хоть одно. A, B, ну, я думаю, мы потихоньку закругляться. Это еще, подожди, 5 это A, B. На тройку, да. Это 3, ну, чувак. На троечку. Yeah. На троечку научился тост делать. В тостере. Остался теперь научиться на обогревателе хорошо еще делать. Я думаю, чувак, нам пора потихоньку закругляться, да, с этим. Тем всем. Более мы уже все прошли даже. А там, как-то он там coming soon, тогда можно будет и продолжить. Может быть. Ну, давай немножко серьезной аналитики. Ну, давайте, вот, как бы, музыка, ну, я думаю, где-нибудь... сейчас, секундочку, я даже достану ради эту бумажку. Поверьте, так, не сложно найти бумажку.
Вот. А музыка, ну, где-нибудь у нас баллов 10, конечно, да, я думаю. 11 даже вот. Сюжет. Я думаю, это такого никогда раньше не было, а то, что никогда раньше не было, это всегда, конечно, десяточка. Да. Это принцип Логвинова. Дальше геймплей. Инновационные технологии применялись, так что, в общем-то, 10. И что еще оценивают? Управление. Тут, я думаю, небольшая лажа. Да, да, чуть-чуть неудобно. Так, балл 1. Ну, в общем, 9 и 9. И общий итог получается 10 баллов. Игра года. Всем удачи, всем пока. Да, что-то такого. Вот. Я, кстати, ради этого даже бумажку достал. Ну, запикай меня, блядь. Два раза, да. Ладно, на этом мы с вами прощаемся. Вот, подписывайтесь на мой канал, там на Алексея можете подписаться. Я, может быть, даже ссылку поставлю, да, на него, может быть, если он мне заплатит. Вот, если не заплатит, то не поставлю. Просто отдай мой хлеб, пожалуйста. Я пришлю его тебе по почте, по чуть-чуть. По сухарику, по кусочку такому. Скажи, по почте. Конечно. России. Нет, это сухарики можно самому и не делать, он сам превратится в сухарик. Ладно, дай я скажу прощание. Вот, настолько я наглый. Ребят, в общем, ссылку на меня можете найти в описании. Там ролики разные. Правда, они немножко странные, но все равно там есть прикольные, короче, посмотрите. Вот, напишите в комментариях, как вам вообще такой формат, когда мы вдвоем со Страгой. Нравятся ли вам наши несмешные шутки? Ну, вот, нравятся ли его несмешные, да, шутки? Потому что к моим несмешным шуткам вы уже привыкли, как бы. Потому что их нету. Нет, они есть, они все. Черт. Короче, все, давайте. Ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал Страги, на меня. Всем удачи, всем пока. Все, до свидания, всем счастливо. Не забываем лайкать и комментировать. Еще раз сказал, да? Вот типа кому-то. Нет, они забывают, понимаешь? Вот мы сейчас много наговорили, они все равно все забудут. Все. Давай тогда последнее слово, которое мы скажем, будет «ставь лайк». Давай, типа бла-бла-бла-бла-бла. Давай вместе. Раз, два, три. Ставь лайк. А я думал, бла-бла-бла нужно было вначале сказать. Все, ладно, все, заканчиваем, все.